«Мисс Крофт, прошу прощения за беспорядок в фойе, но пока вас не было, прибыла довольно большая партия древностей. Я планировала разместить ящики в галерее, но почему-то включилась сигнализация, заблокировав помещение изнутри. Хуже того, рабочие отключили воду во всем доме, чтобы завершить постройку флигеля возле бассейна. Есть и приятная новость. Я нашел ваш пропавший дневник. Я положил его в тайник в вашей комнате. Всегда преданный вам Уинстон». Интересно, от чего эта штука? Интересно, читал ли его Уинстон? Я их уже все прочитала. Понятно, почему отец тут ни разу не заблудился. Во что бы мне пострелять? Это мне пригодится.
Так-то лучше. Эта вещь должна быть в саду. Как она здесь очутилась?
Жаль, что пришлось это сделать. Да, время никогда не стоит на месте. Мне не мешало бы оглядеться по сторонам. Thank you.
Он поможет мне попасть в труднодоступные места. Нет. У центральной скульптуры не хватает нескольких частей. Нет. Это сократит мне обратный путь.
Я думала, что потеряла его. Видимо, придется заказать новую статую. Потрясающе. Thank you.
Наконец-то я смогу принять теплый душ. Чудесно. Надеюсь, Уинстон сумеет разжечь огонь вечером. Да! Какое восхитительно мрачное зрелище. Ну вот, дело продвигается. Здесь чего-то не хватает. Изумительная мелодия.